Министерство спорта края прокомментировало ситуацию со штрафом для футбольного Енисея. Накануне стало известно, что краевые чиновники остались недовольны результатами прошлого сезона мужской и женской команд. Мужская заняла 14 место в чемпионате, должна была 6. Женский коллектив забрался лишь на 7. В итоге ведомство решило оштрафовать Енисей на 7,5 миллионов рублей, которые клуб будет обязан вернуть в бюджет региона. Чиновники сообщили, что такие правила и штрафные санкции действуют для всех красноярских спортивных клубов, которые получают средства из регионального бюджета. Остальные клубы края показатели результативности выполнили, и полученные средства остаются в бюджетах профессиональных команд. Министерство спорта понимает, что ситуацию, в которую попал футбольный клуб «Енисей», можно отнести к форс-мажорной. Однако прямых указаний в законодательстве на этот счет не установлено. В настоящее время у клуба сохраняется возможность обжаловать данное решение в суде.